Приятная новость из Великобритании. У принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской родилась дочь. У больницы Сент-Мэри в Лондоне с самого утра дежурили полицейские и журналисты. Сюда накануне доставили герцогиню. И вот на пороге больницы появился одетый в традиционный костюм глашатай, который объявил, что герцогиня родила девочку. Второй ребенок пары стал четвертым в очереди на британский престол после своего старшего брата, двухлетнего принца Джорджа. Девочка будет носить титул принцессы Кембриджской. Имя малышки пока неизвестно. В прошлый раз королевская семья огласила имя ребенка лишь спустя 3 дня после его рождения. Ожидается, что из больницы герцогиня Кембриджская вернется в свою лондонскую резиденцию.